Пенальти арбитр назначает. Ого! Удар. 1-0 в пользу Тюмени. На 32-й. Ну, пусть будет на 33-й минуте. Тюмень выходит вперед. Еще раз смотрим. Михаил Канаев угадал направление полета мяча голкипера. Егор Бабурин даже мяча коснулся. Подача. Как интересно, гол что ли? Арбитр засчитывает взятие ворот. Мяч уронил сейчас голкипер «Зенита» из рук, уронил в сетку. Но, естественно, могло показаться, что была атака вратаря. Будем сейчас смотреть. Бурина. Да нет, совершенно точно Егора Бабурина. Давайте еще раз посмотрим. Сергей Сердюков, конечно, обозначал вот это движение. И некоторое давление такое на голкипера оказывал. Но руки убрал, не прыгал. И немножко растерялся голкипер «Зенита», выронил мяч в сетку.